рискнул своим автомобилем. Настоящий беспредел творится на дорогах города. Все чаще социальные сети пестрят видео с хамами за рулем. Так, героем одного из видео стал водитель Honda Accord. Правда, оказался он вовсе не хамом, а борцом с такими водителями. На кадрах видно, как авто, в котором установлен видеорегистратор, пропускает Honda и выезжает на улицу 40 лет октября. В этот же момент с другой стороны выехал ВАЗ 15-й модели. Все три машины благополучно подъезжают к светофору, что установлен около драмтеатра. Видно, что в этот момент он не работает. Аккорд останавливается, чтобы пропустить женщину-пешехода и, по всей видимости, замечает, что сзади летит отечественный автомобиль. Водитель открыл дверь и предупредил женщину, однако пользователи социальных сетей подумали, что он таким образом пытался остановить ВАЗ, который так и не пропустил пешехода и промчался дальше. Доброе видео собрало в сети почти 1000 лайков и большое количество хороших пожеланий доброму автолюбителю.